преддверии Дня учителя в Октябрьском районе Барнаула собрали работников школы и дошкольного образования. Для них провели праздничный концерт. Состоялось мероприятие в концертном зале Института культуры. Между выступлениями педагогов награждали почетными грамотами за многолетний добросовестный труд, личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и за другие профессиональные заслуги. Спасибо за то, что вы ведете наших детей по непростому пути во взрослую жизнь, отдавая все самое лучшее. Я желаю, чтобы у вас всегда на лице была улыбка от вашего результата работы.